Всем привет, с вами Музарубка. Филипп Киркоров, видимо, продолжает сходить с ума, потому что выходки его не закончились, а только начинаются. Сначала он выступил в колготках, потом нелицеприятно сказала Наргиз прямо со сцены, потом избил своего поклонника цветами, а сейчас что он делает? Он матерится при детях. Вот эти уебища, вот эти вот, да? И делает это не где-то дома, а на всеобщее обозрение целой страны. На днях он дал большое интервью одной журналистке. И вот в этом интервью была сцена, где они едут в машине, и на заднем сиденье сидят дети Филиппа Киркорова. И вот журналистка стала спрашивать Киркорова, что он думает о Наргиз и о Боне. И он сказал все, что у него в голове. Понаехали. Она не пришла, кстати, так, на концерт. Вот то, что вы сейчас услышали... Забудьте. Взяли ластик и стерли. Правозаступницы, защитницы, типа вот эти вот... Бони, вот эти вот, да? Вы слышали, что он сказал? Это был мат-перемат, еще и при детях. Я думаю, все заметили, что он абсолютно этого не стесняется. Да, ради приличия он сказал, закройте уши, не слушайте, сотрите ластиком. Но он не перестал этого делать, а продолжил и дальше материться во весь голос. После матов он назвал Наргиз каким-то существом. Не существует для меня понятие женщина, не женщина. Оно только может оскорбить мою родину, охаять моих друзей. А только оно, бесполого существа и национальности, может себе позволить прикрыться овцой и продолжать оскорблять страну. А про Боню сказал следующее. Незваными гостями, лишь бы пробраться на красной дорожке, найти себе хорошего там, чтобы там, знаешь, на всю жизнь обеспечить себе свою несчастную жизнь, да, наплодить детей, неизвестно от кого, да, и обязательно о себе напомнить и что-то прокомментировать, чтобы вот это Виктория. Знаете, я вам хочу напомнить вот что. Филипп Киркоров является народным артистом России. А народный артист – это тот человек, который несет культуру в массы. А вот что несет Филипп Киркоров. Вот эти уебища, вот эти вот, да? И здесь люди разделились на два лагеря. Одни говорят, что он звезда и может делать все, что ему захочется. Мы все равно его любим и будем слушать его песни. А другие стали писать следующие комментарии, что Филиппа Киркорова нужно давным-давно выкинуть со сцены и лишить его звания артиста. И все это связано не только с тем, что он только матерится при детях, а он еще и хвастается своим богатством. Как он сам говорил неоднократно, деньги – это не главное. Но вот во всем этом интервью он весь выпуск говорит либо маты, либо кого-то унижает, оскорбляет, либо хвастается своими шмотками, богатством и золотом. А что вы думаете по этому поводу? Как вы считаете, правильно ли себя ведет Филипп Киркоров? Обязательно пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк под этим видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики.